Да, слава Богу. Да, братья, приветствую всех с Кривого Рога. Привет всем огромный. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, только что приехал как раз сюда, на, как называется это место? Центр реабилитации, юбилейный год, Сивгог. Юбилейный год, да. Сивгог. Это север Кривого Рога. Да. Самый север Кривого Рога. Так что вот так, здесь сейчас буду тоже делиться Словом Божьим, общаться с братьями. Вот здесь братья. Да. Очень хорошее и благодатное место. Да, вот коротко расскажите хотя бы, да. По поводу нашего центра? Ну да, вообще. Сколько нашему центру лет? 3 года нашему центру. Когда мы сюда приехали, здесь вообще, ну, братья приехали, я здесь не сначала, но братья приехали, здесь почти ничего не было. Здесь стоял трансформатор в комнате, и все своими силами братья развивали этот центр. И вот сейчас то, что мы видим, ну, вы пройдете, увидите, да, здесь да. Созданы хорошие условия для того, чтобы люди спасались. И служители здесь живут, и служат, этот центр полный, с братьями. Вот у нас хозяйство. Да, да. Видите, коза стоит. Кстати, там, вот... Большое благословение для нашего центра. Вот покажу сейчас. Да. Вот здесь собачка там, коза. Да. Курочки, видели? Курочки там, курочки. Вот огород, курочки, братья занимаются огородом, копают. Ну, в общем, все для комфортных условий. Смотрите, какая хорошая территория, очень много, да. Там можно выходить, молиться, помочь. Да. И здесь никто не мешает тебе, и ты никому не мешаешь. Нет. Здесь молиться не хочу. Это такое место, это как... Место встречи с Господом. Да, место встречи с Господом, такой как монастырь такой, обитель такая здесь, обитель. Да. Так что вот здесь вот, братья, благословение всем вам с земли Криворожской. Вот, благословляю всех вас во имя Господне. Привет в Киеве, в церкви. Всем с Кривого Рога. Спасибо за ваши молитвы, за участие. Ну вот, будете в Кривом Роге, знаете, что здесь есть и такой центр реабилитации, служения. А вообще здесь в эти дни я по приглашению объединения церкви Дом Хлеба. Спасибо огромное епископу Валерию, всем братьям. Пастору Олегу вчера вот был как раз на служении в гостях здесь, в церкви Любовь, да, знамя любви называется. Пусть Бог благословит вас. Все. Ну и теперь буду уже на служении. С Богом. С Богом.